Привет, друзья, привет. Слушайте, я так решил, вот почему сказать, что мозговой штурм, о котором я говорю, вот иногда мне задают вопрос, говорят, да мы так каждую среду, например, у нас на производстве делали раньше. Не об этом мозговом штурме идет речь. Да. Я это как маленькое приложение к подготовке к мозговому штурму, потому что мы завтра будем говорить с Натальей. Уже она будет переводить на английский язык опять. Будет у нас снова такой выпуск. А сейчас я хочу Владу специально нашему Орлову, потому что он бедный запарился уже звук там регулировать. Пишите там звук как все-таки, потому что то у нас хороший звук, то у нас не очень хороший, потому что мы в Zoom выступаем, то в Skype выступаем, то вот так вот я записываюсь. Да, поэтому Владу приходится, а ему книжку надо писать, а он вместо книжки берет звук регулировать. Ну, вы поймите тоже. Ну, Орлов-то у нас вот такой, поэтому я в качестве подарка именно Владу Орлову и всем нам, участникам школы Homo Futurus, при подготовке к мозговому штурму, хочу сказать две вещи. Первое. Будем называть наш мозговой штурм, чтобы не путали просто с общением, когда говорят друг с другом и о чем-то думают. Мозговой штурм по методу ключ. Вот так. Тогда, если мне кто-то скажет, а у нас каждую среду там на совещании мозговой штурм, я скажу, а это же не мозговой штурм по методу ключ. Это же совершенно разные вещи, потому что у нас там механизм будет. И вот сейчас для Влада специально, поскольку он такой энтузиаст, и у нас такой же есть испытатель, экспериментатор, Цивиль Александр. И у нас таких много в школе. И поэтому я специально вам подарок делаю. Один из приемов. Я же всегда обещаю что-то новое, правильно? Так вот, чтобы быстро перейти в состояние такое, и состояние напряжения, и состояние зажатости, и состояние такого штампового мышления, стереотипного, быстро все это сбросить и перейти на состояние потока, когда вам хочется что-то делать, такое творить. А на мозговом штурме это будет нужно. Поэтому я вам говорю, чтобы разорвать шаблоны и выйти на состояние, маленький прием, но уникальный совершенно. Никто в мире не додумался, это вам даю 100%. Да, поищите в интернете, есть где-нибудь такое или нет. И вы увидите, что такое наша школа. Так вот, маленький прием. Среди других всех приемов, а их подбор путем перебора, вы знаете, развивает креатив. Этого тоже нигде нету. И поэтому, если кто-то говорит, а у меня какой-то прием не получается, да бог с ним, ищи тот, который получается. И пока ты это ищешь, у тебя развивается творческий подход к любым делам. Так вот, этот маленький, уникальный новый прием я вам дарю. Чтобы разорвать шаблоны, сделайте любое движение, которое вы раньше никогда не делали. Изобретите это движение, сидя, стоя, лежа. Начните делать такое движение, которое непривычно для вас, которое еще не вошло в течение вашей жизни в какой-то автоматизм. Вот, например, если бы ко мне пришел сейчас волейболист, ну, все эти движения волейбольные, он знает. Я бы ему сказал, делай привычное тебе движение. Но сколько ему нужно времени, чтобы выйти из обычного состояния и выйти на автомат, и выйти на снятие напряжения? Ну, долго, правда? Это же ему привычное движение, он к нему адаптирован. А это движение непривычное. Я бы этому волейболисту и вам, например, всем говорю. Изобретите сейчас, прямо сидя, любое движение, которое вам непривычно. Ну подумайте, ну попробуйте, или так руки делайте, или так делайте, или стойте так, или, ну делайте, что вам непривычно. И когда вы начнете это изобретать, делайте это одну минуту. И когда вы начнете изобретать движение, вы разрываете все шаблоны. И выходите на такое состояние. Ну, вы увидите, ну давайте сделайте и напишите мне, что у вас там получилось. Влад, это тебе подарок, потому что ты вместо того, чтобы книжку свою писать, звук регулируешь. И напишите, как там у нас со звуком. А этот прием уникальный. Вот вы увидите сейчас. Попробуйте. Поищите, что вы никогда не делали.
изобретите это движение. А потом сядьте, сделайте взгляд рассеянный и прислушайте себе, что с вами происходит. И вы увидите. До встречи.